Переходим к следующему разделу нашего курса — главные этапы основания церкви. Мы посмотрим, какие фазы, о которых должен знать основатель, проходит в своем развитии новая община. Ведь на каждом этапе ему предстоит решать свои совершенно определенные задачи. Вот примерный контрольный перечень, или, скорее, просто перечень моментов, которые нам следует учесть. Он включает в себя потенциальные опасности и возможные трудности на пути становления церкви. Рассматривать все это можно по-разному. В своей книге «По основанию церквей в межкультурном контексте» Дэвид Хессельгрейв предлагает так называемый «цикл Павла», разработанный, о чем свидетельствует само название, на основе стратегии основания церквей апостолом Павлом. Этот Павлов метод Хессельгрейв представляет нам в виде циклической модели. Ядро модели, обратите внимание на рисунок, который взят из книги Хессельгрейва, составляет Святой Дух, направляющий миссионера в его служении. Деяние 13, призвание Павла и Варнавы. Далее молитва. Дух Святой отделил Павла и Варнаву во время поста и молитвы, основополагающая роль Писания как Слова Божьего, и последняя — церковь как основной инструмент Божьего действия в служении по основанию церквей. Таково духовное ядро процесса. Следующий этап — это отделение христиан на служение, рукоположение, подобно Павлу и Варнаве, знакомство и первое общение с местным населением, проповедь Евангелия, разъяснение Слова Божьего, обращение слушающих в христианство, их покаяние и обретение веры в Бога. Далее — объединение христиан в общину, укрепление их веры через наставление в Слове, далее — рукоположение лидеров церкви. В Деяниях 14:23 мы читаем о рукоположении пресвитеров. А дальше основатели вверяют общину Господу. Теперь говорят они, когда у вас есть пресвитеры, мы вверяем вас в руки Божии и отправляемся дальше. Тем не менее, Павел и Варнава не забывали о своих детищах и поддерживали с ними связь. По возможности посещали эти церкви во время других миссионерских путешествий и писали им послания. По окончании миссии Павел и Варнава вернулись в Антиохию. Так выглядит типичный миссионерский подход — прибытие, проповедь, формирование общины из новообращенных, воспитание лидеров, предание церкви Господу и отбытие на новое место. Это так называемый цикл Павла. Вы можете изучить его самостоятельно, рассмотреть каждую фазу и соответствующие места из Священного Писания в книге. Многим эта схема представляется доступной и полезной. Еще один подход к основанию церквей был предложен Робертом Логаном. Называется он «Жизненный цикл основания церкви». В своем адаптированном и несколько видоизмененном варианте он использовался многими авторами, занимающимися вопросом основания церквей. Логан опирается на понятие жизненного цикла в биологии. Если Хессельгрейв помещает фокус внимания деятельности миссионера, то Логан смотрит скорее на развитие самой общины, то есть непосредственно на церковь. Поэтому и начинает он с этапа планирования семьи. Хотим ли мы ребенка? Здесь обсуждаются вопросы мотивации, настроена ли материнская церковь на рождение малыша, а также поддержки и одобрения со стороны деноминации. У Логана это может быть и не прописано, но решение, как мне кажется, должно приниматься с учетом названных факторов. Следующий этап его модели называется зачатием. Все как в биологии, образование зародыша в организме матери. Решение принято. Мы будем основывать церковь в определенном районе, поселке, городе. План есть, план утвержден. С этого момента начинается внутриутробное развитие, внутриутробное формирование плода. Формируются руки, ноги, органы. Все это внутренняя работа. Данный этап — это этап планирования и подготовки. Как мы будем доносить до людей Евангелие? Кто войдет в команду основателей? Кто будет помогать в реализации проекта? Что будет отличать нашу церковь?
Так начинается процесс формирования и подготовки коллектива основателей. Вы молитесь, знакомитесь с необходимой информацией, пытаетесь получить представление о людях, которым собираетесь благовествовать. И вот наступает день появления малыша на свет. В нашем случае первое публичное богослужение. Вы тщательно готовились к этому событию, и вот оно произошло. Итак, первое богослужение знаменует собой рождение новой церкви, которая отныне видна всем. А дальше вы продолжаете развивать своего младенца с тем, чтобы он вовремя начал сидеть, ползать, ходить и так далее. Иначе говоря, вы всячески способствуете укреплению и росту церкви вплоть до стадии зрелости, самостоятельности, с развитыми служениями, опытным лидерским составом и готовностью дать жизнь новой общине. Так завершается один цикл и начинается другой. Итак, это был подход, основанный на понятии жизненного цикла. Он, опять-таки, довольно простой и понятный. На каждом этапе автор модели отмечает те моменты, на которые следует обратить внимание и которые оформлены в разного рода перечни. За что критикуют данный подход? Во-первых, за то, что рождением церкви считается первое публичное богослужение. С этим согласны не все. Прибывшие на место коллектив основателей считают оппоненты — это уже община, пусть даже в зародыше. То есть на данном этапе церковь уже существует. Другой спорный вопрос — домашние церкви. Публичных богослужений в привычном для нас понимании они не проводят. Таким образом, эту модель нередко относят к категории аттрактивных или привлекающих, то есть ориентированных на привлечение людей к церкви. Наиболее удачно она вписывается скорее в западный контекст, где публичное богослужение — одна из ярких отличительных особенностей церкви. Таким образом, как и везде, в этом подходе есть свои преимущества и свои недостатки. В своей книге «Основание церквей в мировом масштабе» мы выделяем несколько фаз в процессе основания церкви с нуля. Радикально наша схема от других не отличается, однако расставляет несколько иные акценты, так как в описании каждой фазы мы опираемся на концепцию церковного умножения и воспроизводства. В этом и состоит ее отличительная особенность. Ну и поскольку объем лекции не позволяет углубляться в детали, более развернутое описание схемы вы найдете в книге. Основные же моменты выглядят так. Начальная фаза — это фаза подготовки. Она предшествует прибытию команды основателей на место служения. Далее — запуск проекта. Это фаза благовестия. Затем непосредственно основание, образование общины. И две последние фазы — структурирование и воспроизводство. Какие конкретные задачи решаются на каждом этапе? На начальном этапе — это постановка целей и выбор служителей. Вы определяетесь с тем, где будете основывать общину и кто этим будет заниматься. После этого мы приступаем к изучению необходимой информации. Этому в нашей книге посвящен целый раздел, а также к формированию правильного представления о тех людях, которым мы собираемся благовествовать. Что нам следует о них знать? Что надо учесть при разработке стратегии? Начало непосредственной реализации планов связано прежде всего с благовестием и воспитанием учеников. А вот следующий этап предполагает уже формирование общины, создание духа единства, осознание себя церковью, телом Христовым, а не просто отдельно взятыми христианами. Фаза структурирования — это фаза развития служений, например, молодежного. Это воспитание лидеров, подготовка и привлечение к руководству того или иного служения простых членов церкви. Помните, Бог дал нам людей, вот с ними нам и созидать церковь, с ними нам и развивать служение, молодежное, детское и любое другое. И последняя фаза — фаза воспроизводства. Это этап укрепления церкви и ее готовности к организации новых общин. За рубежом, соседних дочерних церквей, освоение новых территорий и так далее.
Итак, каждой обозначенной фазе соответствует список основных задач. Какова же роль во всем этом основателя апостола? На начальном этапе он формирует коллектив и занимается изучением актуальных вопросов. А дальше его функции лишь расширяются. Помните, мы говорили, что основателю церкви предстоит быть и двигателем, и примером для всей общины. На первых порах основную работу выполняет именно он. Дальше он становится и мобилизатором, и ментором, содействует росту и развитию, занимается обучением. А затем берет на себя функцию подготовки самих учителей, и только после этого основатель-апостол может считать свой труд завершенным. А вот основатель-пастор, скорее всего, останется в общине. Но даже он, по моему убеждению, должен делегировать членам церкви как можно больше обязанностей. Вот так выглядит вся схема целиком. Помните, что процесс воспроизводства должен иметь место на каждом этапе. Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.